Бронебойные рейнджеры! За кого? За Лотброка, блядь, и за его бабу, нахуй. Ну я так понял, от вот этого коктейля это сила, бодрость, красота плюс хорошее настроение. Да, ну, конечно. Да, конечно. Конечно, это вообще охуительно. Отличная эрекция. Вообще, эрекция просто супер. Здоровые дети. Круче, чем Виагра. Да там пиздец, ёб, там Виагра отдыхает, брат, ёб, там хуйня, ёб. Да? Я Виагра пизданул один раз, ёб. Это хуйта конченая, ёб, оно там, блядь, ёб. Она вообще на вуку-вуку пробовали. Тоже хуйня, блядь. А бегу-бегу не пробовали? Нет. Только вуку-вуку. Вуку-вуку, ёб. Там эти, блядь, вот эти вот папуасы, нахуй. А говорят, еще буёк есть такая. Хуйня. Вот. Не, ну как? Бля, Виагра, прикинь, она хуярит, ёпта, пиздец, там можно, короче, вообще, блядь, голова оторваться может, ёпта. А я, короче, хотел удивить, блядь, девушку, ёпта, понял? Ага. Вот, ей, короче, было, блядь... Удивился сам? Слышь. Хотел девушку удивить, а удивился сам. Ну, мне 45 лет, ёпта, я старый хуй, ёпта. А ей, блядь, 18, ёпта. Я, короче, ну, хуяк этой Виагры, блядь, ну, думаю, а что будет, я думаю, а, хуй его знает. Была вука-вука. Да там пиздец, нахуй. Я думаю, мне сердце остановится у меня. У тебя или у нее? У меня. А, у тебя. У нее с чего? Он же Виагру-то пил. Там долбеж, нахуй, там пиздец. И хуй стоит так, что, блядь, как будто, блядь, как кирзовый совок. Слышь, такое ощущение, что ее сейчас разорвет, нахуй, ёб. Там вообще мрак. Это сколько ты Виагры сожрал? Стандарт. Мало. Мало? Да. Это мало сколько? Стандарт. Сколько? 4 таблетки. Да ты въебался, идиот. А ты думал, таблетка на час. Ну, я думал, что, блин, будет, ну, нормально, ёб. Но было нормально. А я как? Было нормально. Да пиздец, ёб. Ну. И кончаешь, и кончаешь, и кончаешь, и кончаешь. Блядь, сперма льется, нахуй. Так, Юрий. Думаю, когда же она кончится, блядь. Твой путь в Вальхалу, Юра. Да пиздец. За прекрасных викинг, что ли. Да пиздец, ёпта. За адовый мужик, ёпта. Люба! Слышь. Давай. Хуил мученик, ёпта. Давай.